Привет! Бро, вот хелсика. Так ум рора. Кто-то. Звука потери работы не существует. Звук потери работы. J'ai peur. Ça va se casser. Ok. 1, 2. What's going on? Что бы этот приятель не пытался сделать, подставка для бензопил у него вышла шикарная. Dear. Dear, oh dear. My sailboat today, and I noticed this seems to be a little broken. Then I looked around and alright, we got a show here. We got a Ford pulling the I think it blew something. We might have everything hooked. Oh we got okay. That definitely was a show. That's another problem! Ja, die staat er. Ready for the 10 egg flip? Mm.
крайней мере, дворники со своей работой справились превосходно. Сложно найти место для парковки неудачнее, но кто-то все-таки смог. Хуже, пожалуй, только этот подземный паркинг. Но в машине, к счастью, в этот момент никого не было. Угадай, кого больше никогда не позовут на природу с друзьями? Шансы того, что это закончилось бы иначе, изначально были близки к нулю. Новый повод вернуться к неубиваемым кнопочным телефонам. Он еще не в курсе, как близок к тому, чтобы остаться голодным. Можно ли теперь считать этот коктейль протеиновым? Коротко о терпении многих из нас. Get back in here and click now. I'm getting you water. Единственный случай, когда все идет не по плану, но в идеальное время.
Признаться, лодку от Хонды я представлял себе немного иначе. Мой знакомый оптимист превратил бы эту ситуацию в бизнес-идею для личного аквапарка. Каждый, кто был хоть на одном уроке по физике в школе, уже видит изъян в этом плане. Как, впрочем, и в этом. Чего он вообще ожидал? И кое-что уроде обреемботы! Что радишь, упичку материну? Мене не заигранье тебе, ако ти заигранье. Hello, boss. Yeah, Michael. I have a problem. Чтобы ты знал, как появляются искусственные пруды с рыбками. Вряд ли этим утром он планировал взбодриться вот так. Он здесь, чтобы сказать нам, сколько времени. Время сходить в кабинет директора, бро. Типичная драка из твоего сна. Get up here. Let's do it again. We're not done. Get over it.
девочки фоткаются. Меня потом там сфотографируешь. Вот это они опасны, конечно, на краю. Какого? Эти рабочие, похоже, изобрели новую технику одновременной заливки полов и стен.